тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Дан бала дека дан сугу. Кын кене хорон хову бюлык тағылыян турар. 22 июня 41 года был такой же ясный чудесный день. Жители села Дерин Чурапчинского улуса собрались на празднование Исеха, вспоминает ветеран войны Василий Гаврилевич Поисеев. Но вместо радости услышали страшную весть. Многие в этот день, 22 июня, мирно трудились на колхозных полях. Именно призыв Молотова в первый день войны «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами» поднял дух каждого жителя нашей страны, вселил веру в победу. Очень много было, вот я помню, военкомат, народ прямо шел, тем более молодежь, и старики шли и просились на фронт. Самый тяжелый был – это военный налог. Уводили последнюю корову, сдавали, чтобы кто-то помог, приносили деньги. Тяжело, да никогда народ не жаловался. Сейчас такое мероприятие не проведешь. Едва ли. Тогда народ был очень-очень сложен, сплоченный. Мир наш очень хрупок. Дорожите им, радуйтесь жизни. Она завоевана тяжелой ценой.